у себя в телеге увидела ролик, подписчик скинул. В Чикаго, оказывается, есть украинское село. В центре Чикаго есть район, который называется Украинское село. Оно основалось чуть ли не с конца 19 века, там 1800 какой-то год. В 1905 году туда уже приехали люди из Запорожья, потом откуда-то еще. Короче, разрослось до невероятных размеров. А недвижимость там дорогая, то есть туда просто так не въедешь, там дорогие дома. А гопак там, ну, какой-то там, типа какая-то там площадь какого-то там района, и там гопак, люди танцуют, ну, то есть праздник какой-то украинский, и вышиванки, вот эти вот народные танцы, в магазинах продаются украинская литература, украинские продукты, есть украинская радиостанция, вот, там много очень детей, ну, взрослых ходят в национальной одежде, вот эти вот на головах, я забыла, как называется. Вот. Я знаю, что там большая диаспора, да, и она очень много помогает украинцам сейчас во время войны. Опять же, с работой, спонсорством, с устройством на работу. Но что еще очень главное, что дети растут в этих украинских традициях. Они не то, что растут в Америке, общаясь между мамой и папой, они ходят в украинские какие-то свои школы, ездят на украинские фестивали, летом приезжают в Чикаго или в Нью-Йорк, какие-то крупные места, там в Филадельфии, где есть вот такие вот диаспоры, туда украинцы посылают своих детей на все лето, или там на месяц, или на 3 недели, на 6 недель, на 7 недель, и там они живут в каких-то, может быть, в горах, где там есть красивые озера или водопады, нету никакого интернета, и дети изучают историю Украины, песни, начинают, может быть, играть на народных инструментах, возвращаются домой уже как не просто, например, если ребенок поедет в Украину, ну, просто будет играться на улице, да, тут же они как бы насыщаются как губка украинской культуры. Ну, в общем, я хочу туда поехать, может быть, даже этим летом съезжу в Чикаго, обязательно посещу украинское село. Слава Украине!